10 лет назад, в 2008 году, на выставке в Осаке японская компания Genipax представила свой водный автомобиль. Все, что вам нужно, это литр воды, чтобы быть точным, любой вид воды. Речная, дождевая, морская вода или даже японский чай. Одного литра воды достаточно для того, чтобы автомобиль ехал в течение часа со скоростью 80 км в час. Так автомобиль есть. Он существует не в чертежах и на Ютубе, а ездит по дорогам в реальности. Все его узлы построены и запатентованы, и это на 2008 год. Из этого следует, что в 2018 году японская компания Genipax должна быть известна миру не меньше, чем первый в мире автомобильный конвейер. Но сейчас, в 2018, никто не говорит об этой японской компании. Через год после представления своего транспортного средства компания закрылась и разорилась.